Сегодня на свободу после отбывания наказания вышел политик, экс-президент Саха-Нефтегаза, бывший депутат Илтумен и Якутской городской думы Афанасий Максимов. Напомним, он был осужден на 7 лет лишения свободы в декабре 2011 года решением Якутского городского суда за мошенничество в особо крупном размере. Затем после апелляции срок сократили и заменили на 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Сегодня сразу после освобождения Максимов заявил, что не собирается отстраняться от политической жизни и примет участие в выборах главы Якутии. Напомним, они пройдут в 2019 году.